А, во время боя с Кракеном, возможно. Куда сейчас идем? Я не знаю. Ну, с Кракена получается почти 5000. Так, а что за торговый союз? А, огненный Тони от водопатруля по официальному закону. Земля трясется. Забрать три ящика. А, это перевезти, видимо. Да, в торговку. Ты далеко? Соседний остров. Так, а, бочка с порохом. Форпост, последний приют. Это, я так понимаю, притащить надо тоже. Да, катается по палубе. Нет бочки с порохом. Катается по палубе от смеха. Опасно. Вижу пирата. А он прям передо мной. Знаешь, ты и сам пират. Да? Да. Ой, у меня кот на приборной панели. Катя пишет, что именно водопад Руби. Они даже им анимации вот эти всякие сделали, классно. Его можно взять и посадить в какой-то. Ну это место. Значит, Катя где-то у нас спит на корабле. Да? По-моему, так это работает. Нет, Катя за штурвалом ихнего корабля. Интересно. Это я сюда кота положил. Да. Его можно взять и переложить в другое место. Есть просто пробный сервак, там выдавались животные, и животные просто повторяли эмоции. А. Когда ты сам ее делаешь. Я его сам положил сюда. А еще кота можно зарядить в пушку. Это издевательство над животными, да. Ну ладно, не буду. Сиди в пушку, заряди. Я уже заряжал. Мне понравилось. А куда мы плывем? Проект должен быть на водопад Руби, остров. Да, прям там. А, то есть это мы плывем по... Жует. Водопад Руби, ага. Кто-то кота запустил, я слышал. Кто кота запустил? Не знаю. Мне кажется, кто-то тянул котом из пушки. Кто? Ну, ты я так. Я вообще-то внизу был. Ставит, слышь? Я не трогал кота. Прям громко было слышно. Да нет, не я. Да я это, я. Вернул обратно. А кот долетел? Это нам на эту кошку? Саша, нет. Стреляйте мною в остров. Куда? В остров. Тебя, куда тебя запрыгнуть? Там вот эту вот скалу. Нет, не очень. Не очень? О. Зато я нашел водопад Руби. Ну, а мы сюда и плыли, у нас есть так-то задание. Хорошо, у нас тоже. А, да. Ой, это кто? Ой, я нашел эту. Получить груз? Ой, я нашел у кого получить груз. Вот что это задание... У нас же задание на пороховую бочку. Я не знаю, растения какие-то, нифига не видно. Ой, у нас тут Саша вот этот, садовод. Я садовод. А я нашел вот эту пороховую бочку, у нас же задание на нее есть. Есть. Да. Клади в этом вороний гнездок. Куда? А, наверх сам. Да. Там... Если взорвется, то хотя бы не повредит корабль. Там, кстати, это что? Это кто-то? А это из нас, из пушки стреляют? Скелет, да, со штурма стреляет. Там, кстати, есть еще одна бочка. Растения надо поливать, они могут усохнуть. Так, скелет. Ты где? А, его сняли? Ну вот, я по нему из пушки хотел. Дьявольские торговцы.
Тут еще одна пороховая бочка. Да-да, я говорил. И... Ну, можно взять две. Их, по-моему, просто даже тоже можно отдать, продать кому-то там. Да. Ой, тут есть уведомление о доставке на этом цветочке. Когда? 20 до 20, 20-го. Ну, я так понимаю, нам еще таких два цветочка надо притащить. Ну, там да? Было три ящика. А у нас задание, что ли, есть на него? Посмотри, может быть, он еще выдаст, но, по-моему, там задание было всего три ящика. А у нас сегодня 14-е, это и легко будет. Да. А вот два. Это кто плавает? Скелет. А, скелет, ясно. Ну, я пальнул проверить. Так, настраиваемся. Садимся. А, сначала... Идите к нему еще, возьмите. Тут скелет повылазит. Сейчас. А чего он от меня убегает-то? Стой! Испугался. Ты ж страшненький. Я большой, но не то чтобы очень страшненький. Ну, у них же по-своему. Так, все. А у кого я там брал-то? Где он вообще стоял? Что-то уже забыл. Вот он нашел. Получить груз. Бутылки. Они, наверное, хрупкие, да? Да, их нельзя прыгать с ними. Не понял. Как это переправить? И тут гейзеры еще вот. Такие везде. Совсем не опасно. Читала там продолжение записки? Да. Ну, здесь, да, сложно найти какие-либо предметы по загадкам. Ой, сундук с боеприпасами. Ой, еда. И червячки чуть-чуть еще. О, еще еда. Ну как, граната. Не-не-не, выливали обратно. А, я ее уже того. Это ты так поливаешь? Да, по-другому никак, иначе засохнет. Да ладно. А почему у нас двое растений? Ну все правильно, у нас всего три ящика. А, то есть все получается, мы все забрали? Два ящика с цветками и бутылки. А здесь есть еще что-нибудь на этом острове? Ну, если побегать можно, да. О, там кто-то... А, это Юра, походу, бегает. А, да. Стоп, так это задание, оно такое, на стол положили, да, что ли его? Нет, мы его, по-моему, нашли. Просто, а почему у меня этого задания больше нет? А вот когда забираешь, то все, листок пропадает. И куда его теперь? Дьявольские торговцы. Фактория. А как кого-то об этом узнать? Там было написано, я не помню. Там, да. Подойди к любому ящику и нажми. А, там есть куда, понятно. Нам же без разницы, куда бочку сдавать, или. О! Вы пришли за шлюпкой? Вот письмо идем. А, письмо. Северо-восток, блин, нужно постоянно подкопать. А, ну да. Что там, что там? Погоди, может лучше компас? Прочти, найдешь, нужно искать временную стоянку. Компас. Временную стоянку, это возможно для кораблей имеется в виду, а не для... Северо-восток там? Вообще-то как бы он туда, на северо-восток. О, вот он в том. Мимо. Что выше надо? А куда? А куда шлюпка исчезла? Кать, северо-восток это как бы туда вот. Переплыл. Здесь. У меня здесь шлюпка была, она исчезла. Такая влажность в корабле. Ну бывает.
что, еще что-то есть? Прикольно, что здесь получается так про... ну, детализация такая, что я могу даже из-за спины заглянуть и посмотреть в карту чужую или на бумажку там с этими. Ага, классно. Стоянку северо-восток или нет? Это долго. Если я умру, то я умру. А нет, я не умер. Я убил скелета и захватил у него бочку с порохом. Еще один убил. Так, этого я тоже убил, но меня кто-то еще треснул. Чё-то я не знаю как. Если я с бочкой с порохом полечу из пушки... Ты не сможешь залезть. А, я не смогу залезть, я понял. Погнали. А ты ту бочку брал? Так. Да. Там я одну забрал, вот сейчас еще эти две. А ты ее куда, наверх поставил или вниз? Наверх, наверх. Ау. Там, кстати, он бой не походу идет. Саша, не вот надо. Там видите следы в воздух. Ой, ой. Ай, понял. А вот где бойня? Вдали следы, зеленый и красный. Читать. А, это битва так отображается, типа? Нет, нет. Разве? Нет. А там сундук, я не помню, как называется. Там сундук, и когда он, по-моему, так светится, свет говорит, что там сражение идет за него, или кто-то захватывает. Типа внимание привлекает, короче. Нет, нет, там сражений нету. А, так найти? Волны скелетов? Да, если отбиваешь все волны, там в конце... Ой-ой-ой-ой-ой! Босс, но это не эта метка, это другое. Нет? Нет, это другая метка. Когда волны скелетов кораблей, в небе будет висеть облако в виде корабля. Другая команда так приплыла, пытается захватить. Там говорят, что другое. Но... Нет? Будем пробовать туда плыть или не надо лучше? Так, ну давайте довезем растение. Я просто не знаю, как Саша по времени. Нормально, нормально есть, пока. Вот так давайте вода попробуем. Должна... Не умерли. Ничего себе у нас здесь. Да. Ну я говорю, тут сырость такая. Сундук с водой. Но в любом случае там сначала проще лежит. Заехать на факторию. О, бутылки. Так, шлюп. Мы в путь пошли. Что-то молчат. Они ищут. По бумажке не могут понять. Ну я понимаю. Не, не, мы уже нашли вторую, но. Кать, вест это запад. У вас там похоже извержение. Удачи вам. Нет, но скоро начнется. Пока что еще нет. Оно вот дымиться начнет. Там, скорее всего, это пока вот этот гейзер. Землетрясение. А, землетрясение. А, землетрясение просто? Еще. Блин, вообще опасная местность какая-то. Крайне. Где мои спокойные острова? А, нет, извержение. Валим. Так, а вот удалите, я уведу шлюп, чтобы не утонул. Окей. Предусмотрительно. Так, опускаю просто немножко. Я так понимаю, мы не сильно пока? А, ты же к нам портнешься потом, да? Мне кажется, ребят, нужно возвращаться. Ну, как бы... О, ребята, так говорит, но они могут и погибнуть, так будет быстрее. Корабль скелетов впереди или? Да. А, ну тогда ладно. Так, куда нам плыть? А вон туда, а нам к Алло. К Элеоноре какой-то. Дьявольские давай. Торговцы. А где это вообще находится? Смотрите, там должна быть метка. Сейчас что я покажу. А, круто. А вон они. Чуть-чуть курс сменить. Я должен успеть! На СВ примерно. Все. Так. Так, получается, пойдем. Ты так? Чуть-чуть левее дал? Да. Фига там, конечно. Красиво. Вы там живы?
Да, в эту игру столько всего добавили, я прям не знаю. Ну, я, конечно, тогда-то мало играл, поэтому я много чего не видел. Но я не уверен, что был какой-нибудь кракен. У вас так, воды много в трюме, тогда должно? Да. Вот там цветочки, видишь? Это... У нас тут специфические растения. Особый груз. Юр, ты где? А вот это. Я в корабле. Если что, я корабль остановил ваш, дальше решайте сами. Либо идете дальше за нами сразу, либо можете вернуться на остров, когда закончится извержение. Ой, ветер-то вообще в противоположную сторону дует. Катя, а мы что будем делать? Мы попробуешь там откопать или что все-таки? Ну что, ну корабль потерять как бы тоже. А. Ничего хорошего. Это ты крутишь? А нет? А, я. Только нам получится его полностью развернуть, что ли? Я просто хотел попробовать налево, посмотреть, как оно получится, но... По-моему, один фиг. Что так, что так. Мы против ветра плывем. Может, вообще паруса сплить? А он не будет плыть без парусов. Я так понимаю, просто развернуть нужно и забить. При таком прямом ветре паруса лучше ставить прямо. Вот так. Вот так? Так и понял. Потому что это, назад это же не логично. Кстати, двоем. Это не логично. Странно. Ну ладно. Прикольно, что вдвоем паруса направлять в другую сторону намного удобнее. Ну, быстрее, легче. Да? Да, да. Да. Ой, там какой-то остров извергающийся. Ветер завихряется и толкает вперед. Вообще, я что-то, вот когда в Ассасина мы играли, я читал что-то по поводу парусов, и там достаточно хитроумные техники есть в плане того, как плыть против ветра. Ну, основная техника, конечно, плыть не совсем против ветра, а немножко боком к нему. Так, в смысле, Верджил, ты вылетел? Что, о, похоже. Здесь тоже вылетел? Ну, здесь пока вроде нет. Молчит. Ну, если интернет, то может сейчас вылетит. Так, ну я надеюсь, ты умеешь управлять этим корабликом? Ну, более-менее. Мы плывем-то куда надо? Пока да, прямо. Нам главное правильно пришвартоваться потом. Самое сложное. Так. Там умерла, что ли, Катя? Что нам там еще? Че, вернемся потом на остров или не будем? Это наращивается. Че, мы там подплываем уже к нему? Да, Рик, вот под углом это, по-моему, вот самое такое оптимальное было бы, по идее. А, вы Дискорд видите, какого фига? Не смотрите. А, испугались? Все, ты на месте? Нет? У нас просто паника была, да. Ход. Не знаю почему. Богатство на островах. Роги зарыты под землей, воду трубок нечестно. Это вот нам вот на этот маленький островок, что ли? Угу. Так надо, наверное, паруса уже немножко того. Наверное, да. Ну блин, две записки на водопад в руки, а там фигня. А, ты. Ну я пытаюсь. Если ты умеешь лучше, то лучше давай ты. Наверное, примерно так же. А что по идее? Поют так, нам надо Верджила дождаться в игре же, правильно? Ты же не в игре еще? Вот. А я всегда, когда играл, прям четко боком швартовался. Ты все-таки ну, на старался. Руки хочешь вернуться? Можешь, наверное, убрать парус передний. А, у нас он нет, не убран? Не до конца. Только интересно, если может идти. Может, тут долго застрять. Я пока брошу, потом соберем. Ага.
Ну я поднимаю тогда сразу, да? Давай. А, тут один-то фиг поднимешь. Да, прикинь, на самом большом корабле там вообще будет, наверное, тяжело. Я на таком не плавал. На шлюпе быстро так все. А ты что, тетенька, делаешь? О, присоединился. Проходите, дружочек, меня зовут Эйфрик. Вы, возможно, знаете мою сестру Сирик. Это тоже, как ей торговая тоже можно компания. У нее можно что-то купить, а нет, нельзя. О, здесь можно паруса синие купить. А, усы это можно? Торговая компания. Здесь можно купить усы. С китом тоже? Ну, походу. Ну, парус 4000 стоит всего. Ого. Правда, он обычный синий, без всяких рисунков. О, задание. Опасная кружка шкипера. А, ясно. О, сокровище. Надо кусты отдать, да. Вот. Да. Блин, а второй матч недалеко. Так, а как? Мне это нормально, я передам? А, вот. Да, вот так вот. Налез. Так, и о, тебе. Найс. Тут на Робин, если что, извержение кончилось. Хорошо, но нам туда уже не надо. Мы там все это сделали. Ну да. Нам сейчас нужно, знаете, куда? Где она вообще-то? Ох, репутация так растет. Конечно. Нам нужно на пепельные просторы. Я там накапливаю. Я пойду репутацию проапгрейжу. Или нет? По-моему, да. А, нет, это нет, не с ней. Это репутация это за разные. То, что мы будем продавать. Погоди, Афину. Ну, что мы получили? А это я получил. Саша, корабль уплывает. А у нас здесь все, больше ничего нет. Ну я сейчас тогда допрыгну. Ну давай. А. Так, а та метка все, что ли, пропала? Забрали? Какая? А вот куда хотели попасть? А, нет, на месте. Как бы юго-восток туда. А, блин, а здесь бочку нельзя было сдать, да? Нет, нельзя. Угу. Не, я догнал. Ну, это потому что паруса снял. А, понял. Там, так. Нам я думал, вот я так быстро плавал. Нам куда? Нужно сюда. Вот сюда. Зачем ты подходишь-то? Отходи. Я уже на карте. Ну ладно, хорошо. Так, а мы идем туда или туда? Вон куда? Смотри, столб. А, мы же на столб хотели, кстати, да. Да. А, давайте попробуем на столб. Остров не убежит. Мне надо... На среднюю клавишу мыши в этой игре что-то вообще биндится? По дефолту? Да. А что? А, по дефолту не знаю. А уже переключать колесиком мыши. Я просто, я забиндил, а он мне ругался, что что-то туда забиндено. Типа. А я хотел это, скрыть оружие мне на их. Ты много уже перебиндил? Нет, вот сейчас буду биндить только. Что-то не биндится. Левую клавишу мыши перебиндил. Блин, все, теперь. А, все, основная функция. Я сделал. Облака в виде черепа. Так, ячейка 1, радиальное меню, метательные предметы, доска. О, доска это у нас 5, да? Лопата, часы. Ой, как сложно. 3 это еда, 4 ядро, 5 доска, 6 лопата. Ядро Б. Ага. Правда, это, когда есть меню, так лень переключать. Но это меню здесь, наверное, только чисто из-за того, что здесь она с вот этого, с консоли. Блокировка троса R? Да, да. А. Для геймпадов. Подожди, а это как? Ну, из гарпуна стреляешь и блокируешь. Принцесса прям? Это, наверное, чтобы оно не притягивалось обратно. Не знаю, я пробовал, что-то у меня ничего не получалось. За какую кнопку оно там? Что-то не работает на R. Она, наверное, работает только если за что-то зацепишься. Да.
Может, это можно прицепом за каким-то кораблем плыть? Ну, притягиваясь к нему или притягивая его. Это было бы, конечно, прикольно. Но вот этом на маленьком шлюпе подплыл, гарпунами зацепился. И плывешь. Далеко-то как. Блин, надо деньги накопить, но тоже на какой-нибудь стиль корабля. Прикольно выглядит так. Это за островом, кстати, получается. Да, я кнопку забиндился нормально, вот у меня. Вот она. Я вот теперь думаю только, что там еще применить куда. Нет, там убили. Точнее, на дне. Вы там скелет как? Под... Я скалами. А я-то подох от скелета. Мое первое приключение, так сказать... На одно место. А как ты вот так руку поднимаешь, смотришь? Ты как, что делаешь? Анимация, я ничего не делаю при этом. Ага. Клево. О, боже. Нет, там были доски. Короче, вот там, где горит огонь, там еще одна там доска. Подойти, там есть фактически два смыкающие скалы, и там лежит скелет девушки. А, уже пустой. А с плывущего корабля вообще есть смысл пытаться ловить рыбу? Ко мне можешь подойти. Да. То есть можно, да? Можно. Я забыл, ну, зависит от скорости. Если эти регионы будут быстро меняться, ну, то есть постоянно на границах плавать, то нужную рыбу можешь не поймать. А, не, ну, мне-то сейчас вообще фиолетово, какую рыбу. Я пытаюсь разобраться, как этим вообще пользоваться. Еще один форпост. У нас есть что-то, что ждать? У нас... Если там можно сдавать сундуки, то у нас есть что сдавать. Да. Нам бы по большей степени вот эти сдавать, торговые. Такие ящики. Вот эти. Бочки. Скажешь, когда паруса там собирать. А чем мы снова не будем? А, не будем? Нет. Опять как тогда? Можешь, да, прибить. А сюда можно бочку сбросить? В смысле? Так надо уже можно, готовиться. У нас сюда задания нету, поэтому будет дешево. Да, тогда пойду. Да уже можно прибить. Сундук скину, если успею. А что туда можно оттащить-то вообще? Там как-то пугаюсь. Возле лестницы есть шелка, возьми их. Вот шелка, ага. Да. Погнали как тогда. Главное... Прыгнул! Хорошо, что этот остров не будет извергаться. Рыбки плавают. Да, рыбалку я реально пока не пойму, что-то. Не успеваешь порыбачить. Ну тут надо, видимо, садиться просто и процессом разобраться, конечно. Да-да, да. А тебе туда, назад сдавать, которая с картой? А. Это мне другому, вот. Держи шелка. 903 плюс 509. А, да, это тоже ты сдал. Да, у меня уже 18 тысяч. Так, а где русалка? Русалка! Hello, а, вон она там, дым. Ой, я могу проапгрейдиться. Тут, если проапгрейдиться, можно будет уже вот эти задания более лучше покупать. Угу. Там есть еще дым, видишь, туда там русалка появилась.
Камиленькая сидит тут. Народ, всем привет. О, здрасте. Привет. Это она в мой микрофон, она вас не услышит. Так, что, мне к русалке, да, надо? Да. А как ее найти, надо, если я на берегу? Ориентируйся на дым. Фиолетовый. А, вижу, ага. Это, кстати, русалка, не русал. Ну, не знаю, на этот раз, по крайней мере. Там так, был русал. Кораблю. Наверное. У этого птичек. А, ну понятно. У того не было. Ой, это лучший корабль. А что мы там будем делать? О, смотри, столб идет оттуда. Ну да, я вижу затонувший корабль там. Вот и еще. Ну да, вот эта русалка. Вроде. Окей. Какая-то она, да, мертвенькая, что ли. Ой. Там какой-то корабль, у них там пати, что ли. Красные света, зеленые мигают. Или это что? Где? Направление. Слева от нас. Получается, есть компас взять. Да, бригантина. Там ПВП, корабль. Ага. Ну, есть что, будем готовы. Но ну, мы же все распродали, в принципе. Только два уж, ну. Есть еще, можно попробовать провести диверсию. На них корабль притащить бочку и сорвать ее. Диверсия. Ну, там... Его починить думаю, легко это... слишком, мне кажется, будет. Нет? Лучше, наверное, одному остаться на корабле. Бочка же людей это тоже может вынести. Если ты на пароме, то время идет, надо чинить, корабль тонет. А если не успеешь, то все. Да, бочки там специально лежат, чтобы корабль не взорвался, если что. Не знаю, что можно сделать, чтобы нас особо не было видно. Потушить фонари. Да, они даже не к нам идут стороной. У них свои дела. Это заря внутри-то тушишь, не? Упс. Поздно. Ой, мне кажется, мы сейчас... Ой, отлично. Все ну, нормально? Не подарил? А я приготовился не, это. Не-не-не, все, все нормально. Тушить. Успеешь? А, ты мимо пробегаешь. О! Я хочет нам помочь. Да, они уплывают куда-то, по-моему. Ты останешься на корабле или я? Ну, я останусь, да. Хорошо. На всякий случай все-таки. Мало ли. Еще бы знать, где тут что искать. Так, там будет такая большая коробка. Так, я какой-то опальный трофейный череп нашел. Нашел. Тут сундук лежит. Я сундук возьму. Петя, извержение, отплывать? Ой, я там вижу еще один сундук, ой, череп такой же, как который ты взял. Че, мы на полу просто оставим, ты донесешь до низа? Да. Здесь оставлю, Саш. Угу. Поплыли дальше. Че, мне подплывать поближе или все-таки быть пока на расстоянии удаленном? Так. Возьмешь череп или я возьму? Давай, возьму. Так, что здесь? Можешь еще бочки осмотреть, может, что-нибудь на корабль притащишь. Кстати, вот здесь да. еду бы потаскать. Здесь всякие хорошие... Гранат хорошо восполняет. Вот это еще как бы... Манго. А я что-то не пойму, половина. Я могу взаимодействовать-то с черепом? А, с черепом, наверное, в руках нет. Похоже, не могу, да. Ну, ладно, сейчас. Достаточно. Кто там? Кому дышать? Я. Или стоп. Нет, не я. Это я? Вроде далеко кто-то был. Потому что у меня хп не отплавлялось. И у меня тоже. Там, короче, еды вообще навалом. Ну, надо выгрузить тогда. Да, так. Надо свою еду выгрузить и... А, у меня и так выгружено. Блин. А может, съедено.
Ой, а почему я в бочку с ядрами пытаюсь загрузить еду? Так, я пошел. Вот в этой вкусная еда. Ой, тут жареная рыбка всякая. Да, ее можно будет потом продать еще. Mm-hmm. О, а здесь подышать можно. Чуть-чуть. Yeah. Все. О, реально. Дышится. Так. Досочки. Там было мясо мегалодона, да? Это тот, который на нас нападал? Либо больше. Большая рыба такая, да. Так, тут, короче, на первом уровне осталась только одна бочка с бананом одним. Ну, там еще всякие дотки. Можно поплывать. Поглубже. Подышать. Фу. Ой, рассвет. Светло как стало. Ой, главное-то еще не забрали. Да. Мы еще... Он, наверное, в самом вот этом. Попробуйте в этот. В самом нижнем. Капитанскую зайти. Кстати, а, да, кстати, это, наверное, даже первое стоило сделать. Ой, ё-моё, там вообще как-то не очень удобно плавать. Тут вообще как-то стрёмно получается. Ё-моё, здесь вообще как-то ужасно все. Да нормально. Нет, там есть шелка. Нет, вот наверх как-то не, вообще не получается. Допустим. Но это вряд ли шелка ведь главное здесь. Не пойму, а что там? Там что-то лежит? А тут сундук лежит, и как его взять? Он с другой стороны, то есть от корабля лежит, и как бы от нашего. И я не знаю, каким образом. Гарпуном, наверное, только доставать. Ой, гранат прям в воде плавает. О, во-во. Нет? Нет. О, офига меня запулило. О, свинина непожаренная. А дышать... Что это за звуки? Это я задыхаюсь. Нет, подожди, это как? Это в игре звуки? Что происходит? А что у тебя там за звуки? Как будто, я не знаю, на нас обрушилось чего-то. Извержение, что ли, где-то такое? Это не дис явно. О, акулятина. Так, ну я пойду разгружусь. Тут еще. Ты кораблем хочешь попробовать это достать, да, с гарпуна? Хотя тут там, наверное, с гарпуна-то не получится, или получится вообще, как оно? Так. О, череп. Я еду, которую все достану, тогда в верхнюю бочку скидаю. Которую продать можно будет. Нам, кстати, походу вот как раз этот сундук и нужен, который говорил. Ну да. А, ну да, он светится красненько. А, и чего я? А, не получается. Ну. Ёлки-палки. А сейчас... Тебя сейчас задавят. Осторожно, Эльнур. Не задавит. Получилось? Да. Достал. Получилось. Только я теперь застрял, а нет, всё. Застрял.
Вот, ты чего там рассказываешь? И мы теперь для всех, ну, такая же вот движущаяся цель сверху с этой штукой, нет? А, нет. Сундучница. Там еще я бы забрал последнюю еду. Да нам, наверное, столько не надо еды-то. Нет, там тот, который можно продать. Жалко, что она пропадает. То есть запасаться-то особо толком нет смысла. То есть так, конечно, запас пополнять надо. Ну да, если выходит, то оно исчезает. Надо ешь. Ну, пойду с плавой опять... тоже что-нибудь стырю. Из-за того, что вот этот... Ага. Тут же получается никак нельзя прокачать корабль. Так, все. Кодя, как тут ниже-то можно было? Ой, здесь какой-то. Ну, а я заблудился. Тут, короче, еще 3 кокоса, 3 банана. Вот тут плавает банан. А, это доска плавает. А там и банан плавает. Подышать! Да, я какой-то ящик нашел. Пустой. Его чем-то заполнить надо. Чем там? Ящик с ядрами. Это, короче, нужно, я так понимаю, можно сдать для задания. Если его заполнить. Ага. Что-то такое, да. Текс. Дыши, 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 дыши. Ну, в смысле, не дыши, не дыши, не дыши. Фу. Я, короче, тогда в нижнюю бочку перекину все фрукты. А в верхней у нас будут вот эти, то, что можно продать. Не, ну еды у нас как-то... Уже неплохо набралось. Акула! Акула! Убивай. Продадим ее мясо. Акула, да где? Я к акуле. Она уплыла. Ай! Русал, ты где? Что это было? Сдали тебя. Кусается. Я в нее не попал. Убил. И чего с ней делать теперь? Там так. С нее мясо, наверное, должно было. Она пропала. А вот мясо лежит, да. Все, теперь жди, когда появится русалка. Мне надо банан какой-нибудь съесть. А вот теперь можно поплыть на этот остров, который... А что за фигня? Почему с такой акулы такой маленький кусочек мяса? Ну, не мегалодон же. Маловато будет. Так, где я там отмечал остров, который нам нужен? А, вот. Бочку сдать? Нет, не бочку. Зачем? А вот это... Я его... Откусил. Ладно. Вторую. Да. Вот я. Про вот этот остров. Я понял. Я там на карте его вводил. Хорошо, я понял. Так. Ну шо. Жаришь? Да. Кулятин. Тут у нас еще есть нежаренная змея, свинина. Ой, у нас здесь сумеречный буревестник, солнечное корабле крушило. После одного глаза, да. Серьезно?